На отремонтированном участке дороги по Новорязанскому шоссе построили новый подземный переход. Проинспектировал дорожное сооружение глава округа. Трасса «Урал-5». 11 километров Новорязанского шоссе до поселка Октябрьский несколько месяцев находится на реконструкции. Дорогу расширяют до 8 полос. Все работы проводит федеральное агентство «Росавтодор». Ну, естественно, шумозащитные экраны мы можем наблюдать, уже начали устанавливать. И все строительство по уширению у нас закончится в конце этого года. Пока ремонт не завершен, на трассе временная разметка. Для пешеходов строят новые переходы. 5 подземных и 1 наземный в деревне Токарева. Один из подземных переходов уже готов. Переход хороший, я оценил, в хорошем месте. Ну, современный подземный переход, который просто делает нашу жизнь еще более комфортной на территории. Поэтому скажем спасибо дорожникам, потому что реально хорошее, красивое дело сделано. В этом месте переход особенно востребован. Рядом автобусная остановка и крупный супермаркет. А так хорошо. Спасибо, не скользко, здорово. Вообще очень нравится, потому что здесь все так стало вообще, как в Москве. Ремонт хороший. Единственное, что люди очень плохо поступают, мусорят там часто. От этого не так хорошо ходить по этому переходу. Стены уже изрисовали аэрозольной краской. Дорожники регулярно делают уборку, но покрытие портят вновь. Отчего и вид нового сооружения становится, мягко говоря, неэстетичным. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.